Евгения Стрелова оказывает услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита, консультирует по налогообложению. До создания собственной фирмы в Вельске была наемным сотрудником. В 2020 году закончила курсы повышения квалификации в финансовом институте и получила сертификат школы Радислава Гандапаса. Сегодня бесплатно консультирует НКО по вопросам открытия организации. Кроме того, Евгения Стрелова – консультант-методист проекта содействия повышению уровня финансовой грамотности и финансового образования в Российской Федерации. У меня появилась сейчас какая-то вторая жизнь. До 35 лет, когда я жила, это, наверное, было что-то вот такое серое, непонятное, какое-то вот ожидание. Хотя у меня было предчувствие, что моя жизнь изменится, я просто не знала, когда. У меня была хорошая работа на достаточно крупном предприятии. Мне сообщили о том, что я уволена, и прям вот 2 часа на сборы. И вы знаете, вот как в кино. Я думала, что это так не бывает на самом деле. Это такой был серьезный пинок, то, что мне нужно начать работать самой на себя. Да, я работаю сама на себя. Бухгалтерский опыт у меня уже большой. Но, честно скажу, это работа не по призванию. Можно сказать, что пришла к этому через преодоление, потому что была достаточно невнимательным человеком, но благодаря своему упорству, наверное, где-то, может быть, упрямству, перфекционизму, который мне иногда бывает мешает, я пришла к результатам достаточно высоким и стала специалистом в своей профессии. И сейчас нашла ту нишу, где я больше общаюсь с людьми, вдохновляю людей, потому что всегда, кроме бухгалтерского обслуживания, нужно с человеком уметь пообщаться, уметь поддержать, вдохновить, четко обозначить действия, благодаря которым человек, может быть, выйдет из какой-то сложной своей финансовой ситуации. Вот именно финансовое, кстати, консультирование, которым параллельно я занимаюсь, и это мое социальное направление, я постоянно учусь практически ежедневно, потому что считаю, что вообще учиться должен каждый человек, и именно в своем деле. В основном это курсы онлайн, там было очень много курсов. Я задумалась о собственном саморазвитии, об умении распределять свое время, об умении организовать себя. Вот это очень важно, когда ты становишься предпринимателем. И вообще у всех 24 часа в сутки, и мы можем их распределять по-разному. А если мы эффективно работаем, эффективно отдыхаем, то мы можем достигнуть высоких результатов. Когда мы видим, какие дела действительно нас продвигают. Да, я понимаю, что предприниматель — это трудности, и трудности, чем дальше, чем больше расширяешься, тем трудностей становится больше. И тем не менее, мне нравится, мне интересно. Вот. И поэтому я не жалею о том, что я начала работать сама на себя. И очень благодарна тому человеку, который меня прям вот сподвигнул на это дело. Вот. Наверное, так.